предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка – это ботильоны Лесли. Цена действует только сегодня – 2499 рублей. Скидка 58%. Ой, боже, ничего себе, такое тоже бывает. Стерли и ни одной царапинки, потому что это брендовые ботильоны. Давайте сейчас посмотрим, какие цвета мы представляем вам сегодня. Мне нравится, что у нас и цвета есть разные, и модификации. Да, мне тоже это очень нравится. Давайте знакомиться с нашими цветами. Действительно, сейчас на своих экранах вы видите черный цвет, классический черный, в эко-коже. Обратите внимание, несмотря на то, что цвет черный, но разные модификации. Отрезной мысочек у нас здесь в лаковом исполнении сделан. Дальше цвет бежевый. Это выбор нашей очаровательной Ольги Гридуновой. Ольга любит у нас нюдовую обувь. А также я рекомендую тем, кто хочет сделать свои ножки чуть-чуть длиннее и чуть-чуть стройнее. Ну, соответственно, выше. И мой сегодняшний выбор. Я выбираю для себя велюровую фактуру. Очень люблю замшевые фактуры. Всегда это стильно, всегда это красиво. Как выбрать размер, Маш? Выбираем мы с вами здесь смело размер в размер. От 36 до 41 мы говорим с вами о любимом бренде Wilmer. Об их уникальных колодках, выполненных с помощью 3D-моделирования. Ну и, конечно же, госстандарты, которые они всегда соблюдают в своих коллекциях. Скидка 58% действует только сегодня. Завтра этого предложения уже не будет. Размер выбрали, цвет выбрали. Молодцы. Теперь Мария Линкулина, эксперт телеканала Шоп-н-Шоу, человек, который знает толк в качественной обуви, потому что у нее у самой есть свой собственный магазин одежды и обуви, расскажет, почему именно эта обувь сегодня стала главным предложением только сегодняшнего дня. Ты знаешь, ну, во-первых, посмотри, какие они очаровательные. Оторвать взгляд от них действительно невозможно. Абсолютно идеальное, роскошное исполнение роскошной женщины, которая действительно, знаешь, любой образ как вишенка на торте, как такой финальный штрих, который дополнит абсолютно любой образ и сделает его изысканным, сделает его просто потрясающим. Вообще, ты знаешь, ботильоны известны нам с 50-х годов. Впервые их создали для английской королевы. И представьте себе, уже 70 лет они не сходят с мировых подиумов и действительно пользуются огромной популярностью. И мы не можем представить себе осень и любой демисезон без наших роскошных ботильонов. Счастье в том, что это Wilmer, мой любимый бренд, который уже 26 лет, представьте себе, 26 лет, более четверти века радует нас своими идеальными коллекциями. Сейчас я хочу вам продемонстрировать, какие они удобны. Смотрите, сейчас мы увидим нашу модель Евгению, которая делает замер. Вот сейчас вы увидите на своих экранах, Женя носит 40-й размер. Уже не 27,5, 28 сантиметров в обхвате в пучковой зоне, в самой большой широкой части стопы. Это 9+ и даже 10-я полнотная группа. Напомню, что бренд Wilmer заявляет, что ботильоны Лесли 8-й полноты немного скромничает. Но посмотрите, даже не используя обувной рожок, Женя легко и просто облачается в наши ботильоны и выглядит просто роскошно и просто с ног сшибательно. Конечно же, они у нас с вами на каблуке. И прямо сейчас я хочу сделать замер этого каблука, чтобы ответить на ваш вопрос. Я уже вижу его, какой размер каблука. Высота каблука здесь у нас 5 сантиметров. Это абсолютно правильная высота каблука, которую рекомендуют все ортопеды всего мира. Напомню, что ходить на каблуке 3-5 сантиметров полезно для здоровья. У нас разгружается позвоночник. У нас с вами меньше нагрузка на суставы. И как следствие у нас только хорошее настроение. Ну что ж, друзья, вот видите, как много всего было перечислено для того, чтобы вы убедились в том, что это действительно качественная обувь. Не только красивая, не только комфортная, но и качественная. Девочки, мне очень нравится, что наши ботильоны на каблучках. Мы сразу становимся выше, мы сразу становимся уверенными в себе, мы сразу становимся стройнее. Вы замечали, сколько сантиметров каблук, столько минус килограмм. Здесь минус 5 килограмм. Сразу, молниеносно, это здорово. Какие они стильные. Какие они блистательные, как же они будут украшать и повседневный образ. Скоро осень, вспомните. Когда осень, настроения нет, но когда мы надеваем яркую, блистательную обувь, настроение сразу появляется, и все окружающие будут обращать внимание на ваш блистательный образ и говорить: какая шикарная женщина, какая у нее дорогая обувь. Нет, не очень дорогая, просто на Шоп-н-Шоу, приобретенная сегодня, 2499 рублей. Скидка 58%. Цена действует только сегодня. Успейте сделать свой выгодный заказ.
Друзья, я бы еще хотела заглянуть вовнутрь и посмотреть, что у нас здесь внутри. Машенька, что у нас там внутри? Так, рассказываю, что у нас здесь внутри. Олечка, я тебя заслушалась. Итак, действительно, внутри у нас с вами высококачественный ворсин. Посмотрите, ворсин у нас здесь идет на вискозной основе. А вискоза – это древесная целлюлоза. Это значит гарантия того, что у нас будет отсутствовать парниковый эффект. Это гарантия комфорта и качества. Ты знаешь, вот хочу показать, что даже стелька у нас с вами утеплена высококачественным ворсином. По поводу температурного режима. Смотрите, до минус 5 мы с вами совершенно спокойно будем чувствовать себя комфортно в этих ботильонах и носим их уже сегодня, потому что, смотрите, сегодня уже, я не знаю, какая температура в вашем регионе, в Москве ночью уже достаточно холодные, ночью уже плюс 10, плюс 12, земля остывает, поэтому, ты знаешь, уже буквально со следующей недели совершенно спокойно носим наши ботильоны. Вспомните, когда выходим на улицу в красивых ботильонах, как правило, они совсем нас не греют, а здесь ботильоны утепленные, потрогайте это. Нежную опушку. Ножки будут очень комфортно и хорошо внутри. И будут согревать. Это отличное осеннее приобретение. Для кого-то и зимнее тоже. Итак, 2499 рублей. Цена действующая только сегодня. Скидка 58%. Потрясающей красоты ботильоны. Вы знаете, в прошлом году, когда мы ездили в Италию с мужем, мы там приобрели мне шикарные ботильоны в аутлете, на распродаже, но все равно дорого. И я их храню. Один раз только надела, и вот лежат. Муж говорит, а что ты не носишь? Я говорю, жалко, не дай бог что-нибудь случится. Давайте сейчас проверим и каблучок, и саму кожу, насколько они качественные. А? Ты знаешь, с удовольствием, вообще это мой самый любимый момент проверки обуви. Посмотри, как беспощадно я провожу свой краш-тест, и главное, что крошится кирпич, но с каблуком ничего не происходит. Посмотри, высококачественные материалы, специальное полимерное покрытие гарантируют тот факт, что с каблуком ничего не произойдет. А это очень важно, потому что эстетический момент все-таки самый главный в нашем образе. Неубиваемые ботильоны, 2499 рублей. Те ботильоны, которые вы будете носить долгие-долгие годы от бренда Wilmar. Блистательной красоты!